Остров Сите с высоты напоминает лодку. И вот в кормовой ее части, совсем рядом с собором Парижской Богоматери, расположен мемориал мучеников депортации, который является памятником 200 тысячам человек, депортированным из вишистской Франции и погибшим в нацистских лагерях смерти во время Второй мировой войны. Скорбный мартиролог включает в себя имена и участников движения сопротивления, и 76 тысяч евреев, среди которых было и 11 тысяч детей. У этого места нет никакой архитектуры, никакой цветовой гаммы, нисходящая лестница, зажатая между серыми бетонными стенами, серый цвет бетонных плит на полу нижней площадки и панорамное окно. Вид сена и мирного города из этого окна грубо перечеркнутой черной чугунной решеткой, только усиливает трагизм произошедшего. Узкий проход ведет в расположенную под землей шестиугольную ротонду. Это сердце мемориала, уходящий вдаль туннель, на входе в который расположена могила неизвестного депортированного. Стены туннеля облицованы кварцевыми плитками, отражающими свечу у могилы. Их 200 тысяч, точно по числу депортированных. По сторонам ротонды – имитации тюремных камер. Там ничего нет. Углубления в сером бетоне и все те же тяжелые чугунные решетки. На полу символическая крышка люка в преисподнюю. С надписью «Они спустились в пасть земли и не вернулись. Пусть горит пламя вечной надежды».